What's up, ребятки? С вами канал Алигейла, с вами Рак. Со мной сегодня будет играть Mail Game. Шалом, друзья мои. Мы сегодня, да, мы будем в Госфочер играть первый раз. Мы не знаем эту игру, но я думаю, что она будет замечательная. Есть где орнуть, как говорится. Я так полагаю, смотри, здесь очень похоже, как в Фасмофобии. Есть задание. Поймать призрака, видишь? Сфотографировать атаку призрака. 100 баксов получить или 25. Я так полагаю, 25 это если мы сдохнем. Поговорить с призраком по радио. $50. Или это что? Или это как в ресторане меню? Фотографировать друга, которого утаскивает призрак. $50. И воспользоваться проклятым зеркалом. $50. Я беру фотоаппарат по-любому. Поговорить с призраком по радио. И сфотографировать друга, которого утаскивает призрак. Ну, бери фотоаппарат тогда. О, это радио. Вот я взял радио. Слушай, а есть какие-то, ну, какое-то меню? Я не знаю вообще, как тут, чем, что, какие кнопки. Вот, тап нажимаешь. У нас есть исследование, поимка призрака, энциклопедия призраков. Смотри, тут есть разные призраки. Ребенок, тьма, демон, утопленница, висельник, зянши какие-то, полтергейст, марионетка, вампир. Поимка призрака и исследование. Я так думаю, мы по мере того, что с нами будет происходить, мы должны заполнять карточку исследования, чтобы понять, какой будет призрак, чтобы понять, как его потом ловить. Вот и все. Определить параметры призрака, провести правильный ритуал ослабления и поймать призрака специальной ловушкой. Я так полагаю, это что-то вот из вот того, вот этого, что ты уже спиздил. Думаешь, это она? Я думаю, это она. А вот это? А это... Давай зайдем в дом. Давай. Побежали. Так я не вижу ничего. Заходи. У меня фонарик один. Ну потому что фонарик не видишь с моим? Я вижу с твоим, но ты как будто далеко стоишь. А-а-а, сука! Меня тоже! Спаси меня! Ищи меня! Где? Я в подвале в каком-то, братан, я в каком-то подвале. Я ни хера не... Что это было, я не понял. Меня призрак схватил, утащил. Куда? В смысле? Кто? Не надо. В смысле, серьезно? Слышишь, ты где? Я вижу фонарик твой. Ищи подвал, ищи спуск в подвал. Где ты видишь мой фонарик? Я не вижу теперь ничего, у меня кромешная тьма. Ищи подвал какой-нибудь, пожалуйста, я тебя умоляю, мне здесь страшно просто. Найди, пожалуйста. Вот, вижу подъемку. Так, вот он, я за тебя. Я за тебя. Выходим. Веди меня куда-нибудь, я уйду отсюда. Мы вышли из дома? Я вышел из дома. Мне страшно. Нет, я в подвал зашел. Подожди, надо выйти. Иди нахрен, я с тобой иду. Посвети, где выход? Да не знаю, куда. Где выход на улицу? Где ты зашел? Ты помнишь, как ты зашел? Дверь есть какая-то. Где? Не, нахрен сюда. Паника. Да иди, твою мать, ты можешь так... Передо мной, не надо так становиться. Двери закрывай за собой. Подожди, свет, включи свет. Есть фонарь? Есть что? Кнопки, свет. Я ни хера не вижу, Пожалуйста, по-братски, найди выключатель. Вот он, выключатель. Есть, ищи. Да, ты выключил свет, включи обратно по-братски. На. Ищи на стенках выключатели, вруби везде свет. Я ни хера не вижу, я хочу выбраться из дома. Выбраться из дома хочу. По-братски, зачем ты двери закрываешь, чтобы мы потом не выбрались? Все, я на улице. Я на улице, но я не понял, где я на улице. Я на улице на каком-то подоконнике, пожалуйста. Сука, фонарик взорвался какой-то. Где наша машина? Да я не знаю, где. Где-то она здесь. Вот, я пошел. Иди за мной. Ты идешь куда за мной? Ты пошел? Вот. Ты налево ушел или направо? Стой. Налево. Иди за мной. Я к машине иду. Что это сейчас? Что там было? Давай мы просто уедем отсюда нахрен. Нет, я просто сейчас нахер возьму фонарик. Пойдем. Что надо нам вообще здесь делать? На тебе свой фонарик. Да вот, я взял фонарик себе свой. Сфотографировать, как атакует призрак. Илюха, меня только что утащил призрак. Ты нахрена куда-то непонятно пропал? Пошли. В смысле? Еще раз объясняю. Меня утащил призрак. Что тебе непонятно пошли в этом фразе? Меня утащил призрак. Меня утащил призрак. Я сам куда-то ушел. Не очкуй, пошли. Страшно было? Конечно, блядь, страшно. Знаешь, какие там звуки были? Ты, небось, еще сидишь без наушников, пол тишины, да? Нет, я в наушниках. Делай себе погромче, и ты поймешь, что я испытываю. Вижу призрака. Я видел призрака. Он был прям перед дверью. Надо как-то поменять. Нам надо. Он пизданутый на всю голову, я тебе кричу. Ты знаешь, что это сработало возле входа? Это сработала ловушка. Вот эта штука, которую ты... Штука вот эта, которая... Вдруг ты кинул, да. Возможно. Все, ты запомнил? Вот, да. Идем. И я очень хотел бы, чтобы он тебя утащил. Теперь. Давай теперь ты первым заходишь. Так, далеко не идем. Включаем свет. Первым делом ищем выключателя. UMP... Ух ты, ебать!
Опять, что со мной что-то происходит? Что это? Со мной тоже. Меня мандражирует. Меня тоже. Свет есть. Так. Это я включил свет. Вон он тащит меня отсюда. Он на второй этаж меня тащит. А ты лежишь, что ты делаешь? Я вообще ничего не вижу. Меня на второй этаж утащили, я не знаю. Пожалуйста, у меня нету предметов. У меня вообще ничего нету, я ничего не вижу, у меня 10, что это происходит? Я тоже не понимаю, что происходит, Илюх. Я в такой же жопной ситуации, только я еще на втором этаже. Я тоже на втором этаже, я пошел за тобой. У тебя фонарик есть? Нету. Мне сейчас жопа будет. Сука, я не знаю, что это, где. Ищи свет на стенках, чтобы понимать, где мы. Илюха, ты где? Блядь, я не знаю. Я умер. В смысле ты умер? Ты конченый? Чувак, я умер, я просто... Ghost, show yourself. Я вишу дохлый. Дохлый? Висишь? Да, а где ты теперь? Я не знаю, я на втором, и я, походу, запер где-то. Ну, сейчас и мне жопа будет. Где ты? Я вот рядом со своим трупом хожу. Что, я не знаю, где я хожу, я пытаюсь понять, где я хожу. Что происходит? Как мне понять? О, я тебя вижу, стой, остановись. Нет, давай я на выход, нам нужно остановись. Выжить. Нет, стой. Да стой, ты труп. Братан. А что с тобой? Я стал призраком. Чувак, это было жестко. Тебя тоже, когда убивали, жестко поимели психически. Да. Сука, это был висельник. Походу, это был висельник.